Море там. Ты перепутал. Иди. Очень-очень хочется купаться. Тут ждать надо месяца два, наверное, точно. Но кто это сможет сделать? Ну, точно не Тимоныч. Так что сейчас пойдет. Приветствую всех, друзья мои, из солнечного Батуми. Сегодня у нас 15, но Настюшке Евлеевой этого показалось мало. Плюс-минус. А нам нормально, нам хорошо. Весна и лето не за горами. Мы сейчас идем на колесо обозрения. Наконец-то мы дошли до этого края. Вчера из-за позитивной новости нам пришлось вернуться, и мы не дошли. А что за новость, вы спросите меня, я вам скажу. Вернули мой багаж. Вы могли бы уже заметить, что я переоделся. Соответственно, я счастлив и доволен. Скажите. Он вернулся, ребята, он вернулся. Посмотрите, это он. Это мой багаж. Значит, на твой. Вчера только ролик запилил о том, как он пропал, а сегодня он вернулся. Представляете, как? Это, наверное, вашими молитвами, ребята. Спасибо. Ставьте лайки. И вот мы уже подходим к этой площади, где находится азбука «Алфавит» и колесо обозрения. Вот оно. Сейчас двигаемся в сторону колеса обозрения. Будем испытывать себя на высоте. На башню Алфавита можно подняться на лифтах. Ticket price 5 лари. С 7 до 14 Old Alone сопровождение. Взрослые по 5. Вы слышали, ребята, взрослые 5 лари, дети после 7 3. Вот наша приехала. Готов? Давайте вот. Заходи. Если будем падать, будем падать с грохотом и криками. Давайте потренируемся. Нет, давайте не будем. Подпишитесь на наш канал! Мы идем и думаем, что за запах такой. Ребята, смотрите, что это? Это мимоза, что ли? Прокатиться на лифте взрослым стоит 10 лар, детям до 12 лет стоит 2 лара. Вот так вот. Взрослые.
Здравствуйте, ребята! Подписывайтесь на наш канал. Добрый путь! На самый-самый верх, на пик для обзора. Здесь никого нет, я здесь один. Вот смотрите, какая штука висит, технологический, видимо, противовес для против раскачивания. На амортизаторах огромная весовая штука, маятник. Тим Тимыч, как всегда, недоволен. Угадать его настроение практически невозможно. Прошу вашего снисхождения. Парень аутист. И очень трудно угадать его настроение. И он вообще не разговаривает. Договориться с ним порой просто невозможно. Кстати, на улице всего 15 где-то градусов, а здесь достаточно жарковато. Солнцем напекло. Да, сегодня достаточно тепло, и сразу народу высыпалось на набережную. Ну, прилично, короче. Я думаю, в Питере такая погода и такая температура еще не скоро. Еще только месяц, либо даже два. Это вот так, ребятки. Такие дела. Сегодня 23 февраля. Пользуясь случаем, поздравляю всех защитников, защитников семей с праздником. Так что, ребята, будьте на страже своей семьи. Я уже не говорю про отечество и про все остальное. Я вот не знаю, что это, но похоже на Мэри Поппинс. Это может быть Мэри Поппинс? Или это дама с собачкой? Это дама с собачкой.